Конечно, хотелось бы сразу оказаться в мире, где все кругом, так сказать, устремлены к будущему, к лучшему, к изменениям, к знаниям, к опытам там, и так далее. Вот. Но такого, к сожалению, не произойдет. Это нужно создавать вокруг себя атмосферу людей, для которых это важно, ценно, значимо там, и так далее. Вот. И менять собственную оптику для того, чтобы видеть вот этот вот внутренний арсенал, внутренний ресурс, который есть в нашей способности испытывать заинтересованность и видеть новизну, замечать новизну, ориентироваться на новизну.